Найди любовь на 3+2. В испытании с девочкой мне очень сильно понравилась Таня. Она очень хорошо отвечала на все вопросы. Да, вот так оно и есть. Все. Ну, девушки справились с заданиями очень хорошо. Без всякой там паники, всего такого прочего. Ну, как справилась с заданием Ани, мне понравилось больше. Мне очень понравились ответы про кулинарию, потому что такие солидные блюда, мне кажется, довольно трудно готовить после трудовых каких-то операций. 3+2. На этом этапе парням дается всего 1 минута и абсолютная свобода действий для того, чтобы попытаться склонить участниц на свою сторону. Ну а как они будут это делать, зависит только от них. 3+2. Для тех, кто только что присоединился к нам, друзья, я напоминаю, в эфире романтическое шоу о любви 3+2. И те, кто просмотрел самое начало, можете посмотреть фотоотчет на онлайн-журнале о культурной и развлекательной жизни города nightout.ru. Кстати, пользуясь случаем, передаю привет его главному редактору Андрею Михайлову. Привет тебе, Андрюшка! Он находится, между прочим, у нас в студии. Жалко, что у него есть девушка. Ах, как бы мы с ним здесь повеселились! Ну да ладно. За фотографии спасибо. Ладно, о грустном давай уже рассказывай, что нас ждет впереди. А впереди у нас последний шанс. Мальчишки, сейчас возьмите себя в руки, вздохните, выдохните и берите уже свои подарки, которые находятся у вас за вашими спинами, и вперед. В бой и только в бой. Сергей. Ага. Давай начнем с тебя. Да. Что в твоем красивом красном пакете? Можно, встану? Нужно. Отлично, вот как бы, ну, я просто думал, да, танцую я плохо, вот, пою еще хуже. И, в принципе, да, как бы... Что ты делаешь мне... хорошо? Дарю подарки, вот. И я так подумал, да, и решил подарить девушкам нужные вещи, да, как бы. У нас главный приз этого шоу – поход в ресторан, правильно? Вот. И поэтому одна девушка пойдет, одна не пойдет. Так что смотрите. Я правда не знаю, кто из вас пойдет, кто не пойдет. Вот, ну просто наугад, без обид, да, как бы. Ну такие веселые подарочки. Вот смотри, ты любишь готовить, да? Если даже вдруг ты не пойдешь в ресторан, вот тебе книга рецептов. Дома приготовишь, будет здорово, как в ресторане. Смотри, ну если вдруг волей судьбы ты пойдешь, вот тебе ложка. Вдруг в ресторане не хватит. Спасибо. Ведущем пакете. Я же собираю пакеты, а потом дарю подругам своим. Все верно. Спасибо. Гал, спасибо большое, Сергей. Мы переходим. Подожди, стоп, почему ложка? Почему не какая-нибудь красивая бокал, красивая ваза еще? Почему ложка? Ну, с ложкой так аккуратненько с собой взял в ресторан, да? Ну, если вдруг вовремя не поднесли, так. А часто такое бывает, что ты девушкам всем ложки даришь? Нет, первый раз. Медленно, но верно, мы переходим к участнику номер 2. Виталий! Всегда готов? Давай! Молодец! Удивляй, дари! Так, ну, так же, как Сергей, я хочу сказать, что не все могут пойти в ресторан, но все-таки думаю, чтобы посластить девушкам, как бы, жизни, вот, думаю, вот, позвольте, вот, ой, так, позвольте вам... Ой, какой галантный у нас Виталий, да. Ну а мы продолжаем. На очереди у нас последний, но не по значению участник, это Дмитрий. Дима, давай, прошу тебя в центр, так сказать, зала. Удивляй, дари. Ах, Дмитрий же музыкант. Да. Господи, он принес с собой скрипку. У меня романтическая композиция для наших девушек. Ой, давай. И для меня тоже. С удовольствием послушаем все. Я вот так. Я буду быть главной фанаткой. Музыку в студию, пожалуйста. Дима, это просто очаровательно. Гера, когда ты так научишься? Никогда. Дело в том, что кто-то может и программировать, и говорить добрым голосом, и играть на скрипке, а кому-то ничего, понимаете ли, ни внешности, ни способности музыканта.
Вот ты знаешь, Гир, сейчас хочется меньше слов и больше дела. Больше дела? Я думаю, мы переходим к этапу выбора симпатий. Оставайтесь с нами. Найди любовь на 3+2. Дмитрий замечательный творческий человек. Очень понравилась его игра на скрипке. Конечно, было очень приятно получить сладкий приз от Виталия. Ну, а самым неординарным подарком оказался подарок Сергея. Ложка. Серебряная ложка. По поводу подарков, мне понравились все три участника. Необычные, как бы неожиданные такие. Найди любовь на 3+2. Наступает самый ответственный, я считаю, волнительный момент. Наступает этап выбора, друзья. Так уж устроена наша передача, что пара сложится только одна и останутся невыбранные участники. И те, кого, к сожалению, не выберут, до конца дней будут мучиться. К ним во сне будет приходить Иосиф Виссарионович Сталин и щекотать усами. Ну а я иду к девочкам для того, чтобы узнать, какие же имена напишут они на этих табличках. Гера, я восхищаюсь твоим юмором. Ты у меня самый лучший. Ну а кто же из парней будет лучшим для наших девчонок, мы узнаем уже ровно через секунду. Парни, волнуемся? Тогда держим кулачки, потому что они начинают вырисовывать те самые заветные имена. Раз, давайте, два, три, под мою барабанную дробь. Я наблюдаю. Да-та-ра. Это такая музыкальная пауза сейчас, чтобы парни у нас не волновались. Расслабьтесь. И есть... Я уже знаю, да. Есть. Тогда сейчас вы уже можно будет переворачивать таблички. Вы готовы? Ну? Давайте на счет три. Итак, раз, два, три. Будет весело! Ура! Вот эти, имена! У-у-у! Я считаю, что нужно аплодисментами встречать. Я так понимаю, что здесь у нас сложилось целых две пары. Угу. Настя, я иду к тебе, потому что... Иди сюда, будем с тобой сейчас разбираться. Итак, Аннушка у нас выбрала Виталия. Татьяна выбрала Сергея. Татьяна у нас выбрала Сергея. Ну, ты доволен? Модель твоя теперь. Сергей, начнем с тебя. Скажи, пожалуйста, согласен ли ты строить отношения с нашей Танечкой? Да или нет? Можно я подумаю, да, маленькая? Да, конечно, подумаю. Ну, наверное, да. Yes! Ура! Виталий, переходим к тебе. Посмотри на Аннушку. Понравилась девчонка? Yes! И Виталий тоже согласен. И у нас с тобой сегодня все получилось. Представляешь, какой-то канун почти Нового года, а нам так все хорошо. Да? Да. Пара влюбляется, пара встречается, женится. Слушай, на самом деле, посмотрим. На самом деле, я думаю, что пора уже как-то браться им за руки и подниматься на эту сцену, потому что нужно определить пару, которая все-таки пойдет в ресторан. Угу. У нас же есть главный приз. На романтическое свидание. Именно так. У меня душа радуется, глядя на них. А еще у меня душа радуется, потому что у нас опять все получилось. А это значит, что на две пары в нашем городе стало что больше? Любовь? Это прекрасно. Пока у меня появилась секундочка, чтобы сказать. На самом деле, вы обе пары просто потрясающие. Я смотрю на вас и действительно радуюсь. И как бы хотелось мне, чтобы вы все вчетвером, так взявшись за руки, большим одним хороводом пошли на романтическое свидание. Но нельзя! Нет, да, к сожалению. Доверимся старому доброму голосу Дмитрия, который играючи буквально на скрипке вот так возьмет и решит судьбу этих пар. Дим, ты остался у нас один, и тебе до конца жизни терпеть щекотание усов Иосифа Виссарионовича. Поэтому будет справедливость. Поэтому я трачу свои и буду щекотать его. Отличная идея. Дим, я смотрю, ты не расстроился, поэтому давай, вещай. И какая пара у нас пойдет на романтический ужин в ресторан? Вы знаете, я думаю, что Виталия и Анна. Вот так вот. И Аннушка! Ура! Ура! Я согласен. Можно я вам пожму руку?
Так, ребят, спасибо. На самом деле, Аня, Виталик, обращаюсь к вам. Самый главный подарок, приз, вы уже получили, это вы нашли друг друга. И дай бог, что у вас все получилось. Правда, Гер? Правда. Мне ну, и добавок к этому замечательному уже подарку, которому вы уже овладели, мы дарим вам поход в один из самых романтических ресторанов города. Конечно же, на романтическое свидание. Надеюсь, что у вас все устроится. Ну, а вам, друзья мои, все, кто остался без подарка, не расстраивайтесь, потому что без подарка вы не остались, как ни странно. Вам, парни, я дарю пригласительные билеты в мужской клуб «Зажигалка». Ох, зажгете, так зажгете. Пожалуйста, может быть, действительно, там вы обретете какое-то свое счастье. Не исключено. Ну, а тебе, Танечка, вот такой сертификат на посещение wellness-клуба «Малина». Будешь как малинка. С удовольствием, я думаю, проведешь время и с пользой. Ну и... Ну и мы, Гера, тоже с тобой получаем подарки. Это что? Это поцелуи, объятия и довольные возгласы людей, которые нашли свою любовь на проекте 3 плюс 2. Самое главное, это счастье, которое царит в нашей студии. Найди любовь на 3 плюс 2. Мне кажется, что просто время еще не пришло. Я же говорил, личная жизнь всегда где-то рядом. Возможно, еще, правда, не время. Мы очень рады, что сложилась пара. Вот, и я думаю, завтра что-нибудь продолжится. Спасибо, Телека. Ну, я очень рада, что я попала на проект. Вот. Очень нравится эта передача. Как бы я ее недавно начала смотреть. Вот, и очень захотелось попасть на нее, и я попала. Спасибо вам. Вот, ну... Ну и могу сказать спасибо Виталию, что он выбрал ответ «да». Взаимно. Ну что же, дорогие телезрители, обращаемся сейчас к вам. Если вы хотите принять участие в нашем шоу, почувствовать, прочувствовать ту самую обстановку любви, романтики и счастья, то присылайте свои заявки к нам на электронный адрес lovesobaka.mygorod.tv. Мы обязательно тебе с Гирой ответим и, конечно же, поможем. Ну а на сегодня наша миссия выполнена. Пара есть, подарки подарены. До скорых встреч, друзья. Любите друг друга. Всем пока-пока! Пока-пока! Найди любовь на 3 плюс 2. Если в серые бури стало солнце занудным, и ты больше не веришь в себя, пусть душе станет ясно, по любви не стесняйся, и всю ночь напролет до утра. Найди любовь на 3 плюс 2. Гер, я устала. Я хочу... Мой маленький.